Мы сейчас встречаемся с Жанной. Это лидер Казахстана, но это женщина, которая скажет, какой у нее град или какой, но она профессионал, женщина, врач, гинеколог стажем 25 лет. Она работает в Colors of Life, и она имеет огромный успех по поводу женских заболеваний. И именно поэтому мы сегодня делаем встречу, чтобы Жанночка нам в Прибалтике помогла с этим справиться. Мне очень приятно поделиться своими результатами, своими успехами именно с продукцией компании Colors of Life. Ну, чуть-чуть предисловие, почему продукция, почему именно продукция нового поколения, потому что наш продукт затрагивает самое главное в жизни человека – это здоровье. И если мы говорим о продукции Baobab Life и о косметике, то мы знаем, что это со временем будет продуктом всего человечества. И самое большое преимущество нашей продукции – это органика, то есть сама по себе компания Colors of Life работает против химии, против искусственного, против синтеза. Мы работаем абсолютно 100% чистыми продуктами. Это с европейскими сертификатами, конечно же. И у нас вот в Казахстане он имеет свой сертификат. Теперь вот как акушер-гинеколог, ну, бывший, но диплом-то, конечно, есть врача. Я сейчас предприниматель компании Colors of Life. Я решила для себя, что я останусь в компании. Почему? Потому что я знаю, что это даст больше пользы, чем я была врачом-акушер-гинекологом. На данный момент у нас очень интересные результаты. Это результаты по лечению женщин с гинекологическими заболеваниями. Дело в том, что сама по себе продукт Baobab Life, он работает на клеточном уровне, то есть обновляется каждая клетка. Это такой интересный продукт, что ты ему не можешь ему приказывать идти там, работая в печени, работая или там в женских половых органах, или там еще где-то. Он работает везде. Вот начиная с макушки, кончая ногтями. И вот чуть-чуть вот хочу прикоснуться именно по женской части. Что он делает? Вот я бы его порекомендовала практически всем женщинам. Это начиная с малолетнего возраста, кончая, ну, с глубокой старости. Почему? Потому что в любом возрасте он дает свои результаты. В первое время с чем мы сталкивались? Мы сталкивались не с проблемой сразу, у нас были результаты. Это, конечно, нас ошарашило. Почему? Потому что у нас были женщины, которым как бы вот врачи, акушер-гинекологи ставили диагноз, что у них никогда не будет детей. И они у нас забеременели. Это даже вот есть такие женщины, у которых вот как бы вот после воспалительного процесса или после внематочной беременности удаляется одна труба, женщина с одной трубой, уже там 20 с лишним лет, но она забеременела. Понимаете? Потом попутно, когда давали женщинам вот с онкологией, не по женской части, да, через два с половиной месяца, да, когда они проходят полностью обследование через томографию, да, у этих женщин не обнаруживают новообразования на матке, на яичнике. Те начинают спорить, как это, буквально 2-3 месяца назад у меня была миома матки. Она поднимает все свои документы, показывает УЗИ, что у нее действительно оказалось, она рассосалась. Ну, потом мы на это начали обращать внимание. И действительно мы стали очень хорошие результаты получать. На данный момент у нас уже есть несколько женщин, которые забеременели, даже уже имеют детей. Вот одна из них, ей 41 лет. У нее был аутоиммунный зоб щитовидный, это увеличение щитовидной железы 4-й стадии, ее готовили на операцию. Она замужем, но у нее не было детей. И в принципе
как врач-акушер-гинеколог, может быть, я бы тоже и сказала, лучше, конечно, вам не беременеть. Почему? Потому что щитовидка, это гормонопродуцируемый орган, это могло бы полностью женщину вывести из строя. А тут как раз тоже готовили на операцию, операцию отменили только из-за того, что у нее очень много было гормонов. Там требовалась гормональная терапия. Теперь она начинает пить порошок. У нее на глазах эта щитовидная железа уменьшается. Она начинает себя чувствовать совсем по-другому. И что самое интересное, да, она такая, ну, чуть-чуть такая вот, ну, полненькая. Нет, она не полная, наоборот, она худая, но она немножко возбужденно это рассказывала вот, про все. Тут мы замечаем, что и она сама говорит, что у нее как бы вот успокоилась нервная система. Потом бац, беременность. Вот буквально недели, ну, 4, может быть, 3 вперед она это прооперировали, конечно. Но родила нормального, хорошего ребенка. Она, что интересно, она в течение всей этой беременности пила баобаб. Это просто обыкновенная профилактическая доза. Теперь это все вот мы попутно узнавали. Потом, что мы делали? Вот лично я сама вот назначила женщине, да, у нее были очень много выделений, которые практически не поддавались лечению, там какую-то таблетку или там свечи вагинальные, да, 7-10 дней она лечится, потом через 2 недели у нее опять выделение появляется. Мы назначили тампоны. Также вот обыкновенная доза тампона, и у нее там, но до сих пор у нее супер результаты. Хотя женщина, в принципе, живет половой жизнью, можно было бы сказать, что это как бы дополнительная инфекция, да? Но сейчас... Это прямо баоба проходите и... Да, да, и во влагалище в виде тампона. А теперь вот вы вчера, да, слышали, да, что надо давать всем женщинам. То есть это женщины детородного возраста, то есть это те девушки, которые собираются выходить замуж, хотят забеременеть, да, и те, которые беременные уже, бояться не надо. Почему? Потому что если взять состав баобаба, это вот обыкновенный, вот у нас есть такая книга, вот, допустим, фармацевтическая книга, фармакология Мышковский, да, там полностью все средства, которые одобрены Министерством здравоохранения. У вас точно так же, я не сомневаюсь. Вы, если даже поинтересуетесь, это все то, что имеется в книге, то, что давным-давно сами медработники, врачи это одобряют. Только единственная разница в чем? Он у нас всасывается 100%. А если вот химического производства, допустим, аскорбинка или там витамин В1, В6, которых нельзя совмещать, это мы уже совместили, да, вот то есть лаборатории совместили. И плюс еще какая тут еще нюанс такой, негатив, да, вот в синтетических лекарственных средствах. Большая часть уничтожается в желудочном соке. Желудочный сок не может победить только корочку от помидора. Он не разлагается. Он как ты сел, так и выходит. Да? А часть уничтожается в кишечной флоре. Там щелочная среда. То есть, если вы, допустим, 100 таблеток выпьете, да, из них, может быть, 40 вам даст положительно, а 60 вы просто-напросто выкидываете в туалет. А здесь все органика. Всасывается 100%. Это почему он дает такой эффект? И знаете, вот еще какие у нас очень интересные результаты, да? Это одномоментно у женщин, которые вот с аллергией. Много женщин беременных даже с аллергией, да, к примеру. Они же страдают, все-таки это дополнительная химиотерапия, это стресс, это понимаете, в какой ситуации, да? Mm-hmm. У женщин улучшается состояние от аллергизации. Они чувствуют себя совсем по-другому. Но тут еще надо людей предупредить, что может быть вот как бы подострое течение. Вот задавали вопросы, да, а не гормоны или это. Но
когда гормоны, да, у вас как бы сразу становится лучше, или там в составе вот обезболивающий, да, вот сильно действующий, да, вот ты сегодня выпил, тебе через день, через два становится лучше. А тут он немножко дает под острое течение. Порошок очень хороший диагност, он находит даже те проблемы, которые у нас с парой. Вот мы не знаем, что, допустим, пьет, а тут у нее поясничные боли появились. Делает УЗИ, а там, допустим, песок или камни, да? Но он растворяет. Растворяет порошок. То есть диагност хороший. Что же еще? Даем мы детям. Детям даем половинную дозу. А? Детям какую дозу? Ну, допустим, одна чайная ложка на 75 мл воды. Вот без верха. Ребенку, давайте. Или знаете, что сделаете? Вот, допустим, у нас мы, например, вот у нас есть ученые, вот это ученая женщина, наша казахстанская, она у нее квалификация международного уровня, долго занималась с онкобольными, именно онкозаболеваниями, да. Сейчас у меня очень интересные результаты. На примере 50 больных с сочетанными, то есть не одна инфекция, а несколько инфекций, у них сейчас шикарные результаты. Результаты по лечению бронхиальной астмы, результаты по лечению онкозаболеваний, именно желудочно-кишечного тракта. Вот у нас был на годовщине компании, у нас была городская презентация, вот она пришла, ну так, коротко рассказал, а потом мы ее попросили, буквально через 2 месяца у нас состоялась встреча с этой женщиной. Ну, для меня, например, как врачу, да, это мне вот было большое открытие. То есть мы, когда вот мы читаем, допустим, для Боба Плайт, да, там пишут там профилактика онкозаболеваний, профилактика там сахарного диабета, да, лечение профилактика диабета. Ну, это как бы, знаете, вот, как бы вот голые слова. А когда вот ученый человек вот это все такую раскладку делает, да, это совсем другое. То есть мы еще раз убедились, еще раз мы сказали спасибо Богу, что действительно такой продукт к нам попался, что он работает на любом уровне. На любом. И вот онка, вот даже вот через 6 месяцев, да, вот как она говорит, за 6 месяцев вперед у нее находились раковые клетки, через 6 месяцев их нету. Вот это она сейчас практически всем своим больным дает. Без лекарств даже прошли? Или лечилась, что-то нет, делала? Мы не говорим, не пейте лекарства. Если у вас сахарный диабет, если вам врач назначил, как пейте, ради Бога. Еще, Жанночка, я хотела тебе то, что касается печени. Печень, какие там заболевания? Цирроз печени, множественная киста печени, например, неоперабельная. Потом камни, желчный пузырь. Ради Бога давать. Особенно вообще... Побольше тогда, да? Жумабек сказал, каждые 2 часа. Нет, каждые 2 часа – это когда вот как бы острый процесс. Да? А вообще вот рекомендуемая доза такая. Теперь, как мы давали, например, через каждые 2 часа мы давали под консультации вот Джумабека, да, в Китай попал ребенок 9-летний из Бишкека с обширными ожогами. Там, он попал в яму высоковольтную, и где-то около 90%. В принципе, кроме головы, там у него все было сожжено. И этому ребенку сказали, что он останется в живых там, может быть, 2-3 дня поживет, и потом он умрет. А в Китае этот учится наш предприниматель Михаил Сун, вот он переводил, и ему просто было, ну как, чисто по-человечески, видимо, жалко было ребенка и родителей, что он 9 лет, и он умрет через 2-3 дня. А потом, когда вот позвонил сюда, в Алматы, и с Джумабеком проконсультировались, порекомендовали по 1 чайной ложке, по 1, через каждые 2 часа. И вы представляете, этот ребенок остался жив. За 22 дня ему сделали 8 операций, правда, ампутировали конечность, там еще что-то. Но, тем не менее, сейчас ребенок продолжает
лечиться он сейчас в Китае, как я поняла, это через само государство Китая, он там продолжает лечиться в Пекине. То есть с Урумчи его перевели в Китай. Шикарные результаты. Да, Жанночка, еще такой вопрос. Бывает молодых, не женщины виноваты, что не может забеременеть, но мужчина. Продукт может помогать это? Мы думаем, что может. Почему? Потому что если, допустим, вот у нас даже вот среди предпринимателей, да, есть женщина, у которой в 33, ну, это не важно. В общем, у нее наступила менопауза. Прекратили идти месячные. Она поправилась, естественно, это все выражается на общем состоянии. И через 4 месяца после того, как она начала пить порошок, у нее восстановились месячные. Вы представляете? То есть яичники начали заново работать. Я думаю, что раз у нее пошли месячные, она может еще и родить. То есть мы еще раз говорим о том, что работает он на клеточном уровне. То есть, может быть, это и за счет простаты, может быть, там за счет каких-то семенных канальцев, может быть, там еще за счет чего-то. Но раз он рубцы убирает, да, вот на коже, раз, может быть, там остаточные какие-то явления против после воспалительного процесса, мы думаем, что он все-таки растет. Вообще, раньше у нас, вот, допустим, как говорили, если брак бесплодный, да, то обязательно должен лечиться и муж, и жена. Поэтому рекомендуется. А может быть, это просто воспалительный процесс. Может быть, там из-за воспалительного процесса там с первого не может там двигаться, там активность. Я думаю, что... И простата убирается. Да. Ну, видите, как-то, допустим, это все взаимосвязано. Вот вы вчера, вот, например, видели Виктора, да? Ну, ему 82 года. Со словами жены за последние 2 года у него потенции не было. Через 2 года у него восстанавливается потенция. Можете представить себе, что это такое? Так что это, в общем, у нас очень интересные результаты. Слушай, а есть результат, где человек справился с проблемой геморроида? Да. Вот вчера Ахмед, да, вот на фоне вот этих составных частей, допустим, как аскорбинка, там, как кальций, он много чего рассказывал, да? Но вот в описании там пишется, что парадок работает на уровне эндотелия, то есть это внутренний слой кровеносных сосудов. Почему у нас геморрой появляется? Потому что, во-первых, сама по себе плохая работа желудочно-кишечного тракта, да, каловая масса скапливается, там он давит на вены, и потом они это полчаса сидит человек в туалете, там через каждые 2-3 дня. Естественно, у него будут выходить эти геморроидальные узлы. А когда само по себе этот кишечник начал хорошо работать, это стул нормализуется. Даже вот у онкобольных самый первый результат – это нормализация стула. Они ходят каждый день в туалет по большому. Это шикарно, это шикарная вещь. Если кишечник пустой, да, значит, нету давления на вены. Если нету давления вены, то значит, вены же, они же не будут вот так, да, они успокаивают. А потом еще он работает, еще снутри очищает. Представляете, растворяются эти холестериновые бляшки, атеросклеротические бляшки, возможные тромбы, да, потом вот этого физического нету. То есть он приходит в себя. Вот лично вот у моего мужа, да, у него, конечно, не геморрой, у него хроническая венозная недостаточность. То есть вены варикозные, нижние конечности. Это практически это происхождение одного и того же ряда. Да? У него сейчас ноги розовые, отечности нету, усталости нету, он бодрый. Поэтому мы думаем, что это будет вообще самым, как вам сказать, вот востребованным, наверное, решением в проблеме геморроя. Вообще, вот вчера вот мне, например,
там первоначальные бумаги, же просто как профилактические, да? А когда вот мы начали результаты получать, мы всегда вот даже вот между собой, вот как-то вот с Джумабеком, вот он всегда говорили, да, вот это говорит, мы, наверное, только видим пока что еще верхушку айсберга. Да, я тоже так думаю. По отношению к Алибабе. Это, знаете, это, наверное, через год, через два мы, наверное, еще такие вещи будем узнавать, что он действительно будет продукцией будущего. Спасибо тебе большое. Да, Жанночка, спасибо большое. У меня женщина знакомая, тоже вот, ну, проблемы были с кишечником, запоры. Она начала употреблять, у нее все стало хорошо, она ежедневно ходила в туалет, и через дней 10 у нее снова это прекратилось. То есть она снова говорит, я опять, говорит, не хожу в туалет. Хорошо. Во-первых, сколько лет? 55. Я думаю, что до проблемы запора она не дошла за 10 дней до этого, правильно? Это все годами накопилось. Так мы говорим, что 4-6 месяцев до полной очистки организма. Это вот лаборатория так рекомендует. Это время нужно. Мы как, мы же люди, у нас это просто, у нас такое желание, мы все хотим сразу, да? Я сегодня поспала, и утром я должна почему-то проснуться беременной. Такое не бывает. Да? Правильно же? Иногда. Да? Смотри, с кем перестала. Ну, иногда, да, иногда кому-то покажешь, там за углом сразу беременна. Да, да. То есть мы хотим быстро, этого не будет. Наверное, нам надо идти за, потому это что 15-й начнем. Это вот так, вот так, такое будет течение. Так что пусть она не торопится, пусть пьет. Жанна, если даже она сейчас проблему закрою не решает, я точно знаю, что он работает везде. Другие проблемы он решает. Значит, он повернулся, там более важные вещи были, чем запоры у нее вот в организме. У нее сердце больное было, а потом она первые дни не пила таблетки. Говорит, я буду очень рада, очень довольна, да, если вот люди услышат это, да, и будут пить. Это пусть, же твоя пусть, миссия. Пусть не делают бизнес, но пусть пьют для себя. Пусть пьют для себя, если они хотят быть здоровыми, да, жить долго. Это просто, да, они обязаны это делать. Конечно. Вы знаете, в таких случаях, что я говорю, да? Я всегда говорю, Бог дает нам жизнь, да? Да. Он дает нам и говорит, ну что ты хочешь, то и делай. Да. Вот тебе здоровье, вот тебе жизнь. Да, конечно. Что ты будешь делать? Ты будешь делать то, что улучшит твоему организму. Да? Или ты будешь что-то другое делать. Ну вот пусть он выберет.